Всем привет! Всем привет! У нас уже выросла огромная, можно сказать, трава. Недавно купили вот такой диск специально для триммера. Сейчас опробуем его по траве. Раньше с триммером шел вот такой вот диск. Но купили мы его не только для травы. Большой какой-то, да? Круг. Ну, да. Говорят, вот такой самый хороший круг. Для травы? Для травы и для триммера самого. Что на редуктор меньше. Там, видишь, он, когда, если, например, срубаешь что-то, репейник, он стукается, получается, об репей. И для редукторов, ну, это плохо. Сейчас пакетик увидим. Потом покажем, для чего вообще мы купили этот круг. Так. Испытаем. Испытаем. Увидели в Ютубе, как его можно еще использовать. В других сериях. Да. Тоже попробуем. Конечно, это, наверное, не очень безопасно. Не знаю, что еще получится. Каждый год на триммер покупаем новый карбюратор. В прошлом году покупали карбюратор новый. В этом году еще не купили, но вот новый, можно сказать, карбюратор уже начал ломаться. Ну, косилка начала работать как-то непонятно как. Пришлось из двух собрать один. Там из одного вытащил вот эту мембрану, ставил в старый. И что-то заработало. Ну, не понять, что там творится в этих карбюраторах. Да, я дёрну тебя потом, да и всё. Устал. Понятно, столько спасибо считать. Там еще трава. Некоторая легла. Вообще тяжело косить. Понятно, что она большая уже стала. Там только трактор, ничего так посудить. Заезжать. Ну, надо было чуть пораньше косить. Сейчас отдохну, дальше начну. Маше брови накрасили, когда так вообще смешно смотрелось, а сейчас получше стали. Они, видно, смоются. Что тебе сказала в парикмахере? Смоются. А, что смоются, потом не такие яркие будут. Подкормку курицам купили, стали лучше нестись. Все? Все занеслись сразу же, да. Значит, какие-то им... Витаминов, может, не хватает. Вот еще по ограде все ходят, а... Ну, травку он сейчас здесь тоже скосил. Затопили печку уже. Сергей отдал нам вчера картошку для поросят. Съезди с прицепом, привези картошку от него. Остатки у него остались. Излишки картофеля поросятам как раз пойдет. Там и на еду можно. Ну, можно и на еду выбрать немного. Ну, так-то да, есть и хорошая картошка. Это на сколько? Я не знаю, сколько ее будет. Чего на сколько? До самой осени. Видишь, какая твердая. Надо просто ее отсюда убирать куда-то. Класси, в избушку убрать, оторвать все эти ростки, перебрать.
которую найду, а которую поросятам. А, вон это самолет летит. Вон это самолет летит. Обещали заморозки. На завтра, на сегодня ночью. До минус 3. На сегодня? Да. Ну так-то не похоже, да? Что? Нет. Погода вообще наладилась. Налаживается погодка. Все, пошли домой. А, они туда-сюда ходят. Птенцы тоже подрастают. Ой, они всем большие стаи. Это, оперились уже. Мы когда снимали, они еще голые были. А сейчас оперились все. Вчера зарезали поросенка. Ему год был. Ну ничего, такой тяжелый поросенок. Скоро будем варить, делать тушенку опять. Немножко сделаем. Вообще поросенка мы не кастрировали. Вот первый раз, когда резали поросенка, все боялись, что мясо, ну, говорят, что будет пахнуть там и все. Нехорошее, что мясо будет. В прошлом году, да, резали? Да. Нормальное мясо было, а ему еще меньше было. Не было года. Полгода. Месяцев 7, наверное, где-то было так. А этому год, и тоже нормально. Хорошее мясо. Оно еще мягче, мне показалось даже. Еще мягкое мясо. Мягкое, так вон, это Сергею тоже дали мясо. Жена его говорит, это что, поросюха? Ну что, свинья? Он говорит, нет, поросенок. Он говорит, вообще, говорит, мягкое мясо, хорошее, вкусное. Ну, многие говорят, что надо. Но они опять хорошо это растут, если их кастрировать. Вес набирают. Но мы-то, у нас он как потомство приносит еще. Сейчас свинья вроде бы это, с поросятами, да? Посмотрим. Ну так, она тяжелая какая-то. Я еще не хотела поступать, она мне как не укусила. Да. Ласточки, да, улетели. Вон феи на это. Где? На пагнике. Хорошо, мошек нету. Сегодня ветерок обдувает, так нормально. Ты это вон за ласточками гоняется. Да, он паразит. Здесь охотится. О. Огурчики-то как подросли, да? Это знаешь, сразу же в банку для соления сорвал огурцов, сорвал укропа и все засолил. Сорвал чеснока и пошел. Яйца такие уже. Да? Вот лежит. Вон видишь? Ага. Там еще один. Эти какие-то вот ранние были. Некоторые зрители задают один вопрос, на который мы не можем ответить пока, потому что сами не знаем ничего точно. В августе все будет известно, все покажем, все расскажем. Сейчас пока об этом даже не стоит и говорить. Потому что зачем говорить, когда ничего не понятно? Правильно? Когда будет понятно все, тогда да, и скажем. Да, все расскажем. Но... А что-то одна курица где-то постоянно от них. Вон она, а, вон. Она как это, из компании. Она ходит, да? Ну, под машину залезла. Котя, 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 котя. А эти вокруг него. Ну это же у него это гарем. Ну да. Ну видишь, а куда он пошел? Туда, я не за ним. Сейчас покажем бройлеров, как они подросли. Вот. Смотри, какие крупные. Я им стала отдавать. Крупные вот такие. Еще. Вот там одна. А вот здесь какая-то курица кладет мелкие. Смотри, там крупные, а тут постоянно мелкая. Одна не снеслась еще. Так весело. Может здесь где-то? Нет. Я всегда там. Там 4 жива. И здесь одно жива.
Приходим тихонько, они могут выбежать. О, о, видишь, где они сидят? О. А они, тата, когда мы в Тюмень уезжали, они вон там сидели, вон. Как они? Они, наверное, вот посудила и сюда. Я, детки мои. Детишки мои, кушай большие стали. Вот это большие, не стали, где-то вот и полоши. Полоши. Ты что меня клюешь, а? А вон, ну, смотри, как идет, ага. Смотри, спускается. И они так же забираются, наверное. Наверное, так и забираются. Большие еще ставят, вот это видишь, как хорошо, да? Мы когда их снимали, они меньше были. Они голые были. Скоро на улицу будем выпускать. Не рано еще. Ну не, ну сейчас рано, все равно. Быстро же растут. Быстро вырастут. Что они? Давленку и это картошку, яйца, хлеб, все считай. Рыбий жир еще даем. Рыбий жир. Давно, наверное, не давала. Я надо дать. Воду наливала. А надо его сюда принести просто. Полное. Эти долго вот горят. Чухни. Еще надо это пилить будет. Вот эти плохи. Я еще хочу вот ту нашу типа коптильню, да, сюда ее принести и здесь закоптить. Рулет, рулет закоптить, сало, сало. Еще гуся. У нас там еще целых два, еще утки лежат. Вот, расскажем потом про гусей, про уток. Многие, наверное, не знают, что мы держали еще гусей и уток. Расскажем про гусей, про уток, почему мы их не стали держать. Золы сколько, да? Зола, кстати, хорошо от клещей. Ее надо. Правда, тут гвоздей, наверное, дофига, да? Да. Что, откуда-то банки здесь это? Фиг не знаю. Тут что-то топчик. Надо это все. Здесь что-то пилить. Здесь какие-то доски старые. Косить тут много, ну, приходится. Ну да. Потихоньку скошу. Там, кстати, дальше не такая сильная трава. Вот здесь вот какую-то она немного здесь легла. И вот тяжело здесь вообще стало косить. Я чего тут наберутся, я не знаю, копешки две больших. Вот чем хорош круг еще, на том, где три лопасти было, постоянно трава вот так накручивалась. И постоянно ее надо было отделывать. Да, надо было ее убирать траву, потому что она плохо потом крутилась. А здесь вот когда круг, она вообще классно вообще. Значит, защиты вот здесь нет, потому что вот такую, ну как она есть, только вот немного совсем. Она, можно сказать, сама вот такой сделалась. Потому что такую траву, вот такую высокую траву с защитой... Неудобно будет. Не то, что неудобно, вообще невозможно скашивать ее. Она сломает ее сразу. Она вообще, я начал, вот, когда вот только купил, тут же крапива высокая была, начал косить,
ее как-то защиту вот эту подогнула и сломала. Ее отрезала, ну то есть ее повредила, потом я так вот отпилил ее, ну чтобы она немножко была, конечно, вот, вот так вот. Даже, кстати, специально продаются вот для таких всяких железных кругов маленькая защита, вот типа такой. Только я вот что-то нигде не видел, где бы. Где-то в интернете видел. А так. А, в принципе. Вот что, что плохо, что защиты нет. Когда леской косишь, то всё. Вот весь в траве. Она налетает. Трава. Ну так нифига. Ну да, скосим потихоньку. Ну что, ну где у нас скосил, считай. Столько тыловы. Мало. Еще там он у Сереги сколько, целые огородами там. А у него, наверное, тоже такая же она уже, да? Да, конечно, ты что? Там-то вот когда косили, вообще была высокая. Но здесь вот, опять же, это густая очень трава. Сильно густая. Раньше-то у нас крапивы. Крапиву, кстати, легче косить, чем вот эту, ну, траву вот такую. Сильно густая трава. Ну так-то это вот для коровы хорошо, а косить-то плохо. Ладно, всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Ставим пальчик вверх, подписываемся на канал. Всем пока.